Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как правильно использовать крем Tintorium Ultra для сохранения зрения с увеличенным содержанием пчелиного яда. В помощь нам вместе с кремом Tintorium Ultra идет вот такая открытка, в которой наглядно показаны все биологически активные точки. Итак, наносим небольшое количество крема на биологически активные точки и массируем каждую точку по 1 минуте 2 раза в день. Это можно делать кончиком тубы или пальца. Немного о технике. Выдавите небольшое количество крема и выберите нужные точки. Нанесите крем на выбранные точки и, слегка надавливая, совершайте вращательные движения. Первая точка поможет снять усталость глаз и головную боль. Она находится примерно в 3 мм от уголка глаза, ближе к переносице. Многие из нас сталкиваются с нечетким зрением. Виной всему гаджеты, которыми мы пользуемся каждый день. Особенно этим страдают дети. Они целыми днями сидят за компьютерными играми, и от этого страдает зрение. Вы можете делать массаж своему ребенку сами или обучить его этой технике. Важно, чтобы крем не попал в глаза. Пусть ребенок делает массаж под наблюдением взрослых. Раздражение, жжение в глазах и слезоточивость часто появляются после долгой работы за монитором или длительных поездок за рулем автомобиля. Такое происходит и с моим мужем. Поэтому я показала ему 2 важные точки, массаж которых поможет справиться с неприятными симптомами. Массаж биологически активных точек с Tintorium Ultra под внешними и внутренними уголками глаз предотвращает мигрень. Хорошее зрение во многом зависит от тонуса мышц. Укрепить их поможет массаж точек под нижним веком. Не спеша совершайте круговые движения. Мы завершили массаж, и я чувствую, что мои глаза отдохнули, и изображение предметов стало более четким. Кстати, крем Tintorium Ultra помогает устранить мелкие морщинки и делает кожу более подтянутой. Следите, чтобы крем не попал в глаза. Если это произошло, обязательно промойте глаза проточной водой. Помните, чтобы закрепить положительный эффект, необходимо делать массаж Tintorium Ultra 2 раза в день по 1 минуте в течение месяца. Курс надо проводить 3 раза в год – весной, осенью и зимой. Взгляните на мир по-новому вместе с кремом Tintorium Ultra.